Жарю черный хлебушек на гриле. И можно есть. Всем привет! Сегодня буду готовить ленивую шубу. Помыла овощи, отправлю их запекаться. Морковь накалываю вилочкой. Присыпаю небольшим количеством сахара. Поливаю небольшим количеством масла. Заворачиваю. Каждый овощ заворачиваю в свой пакет, потому что они готовятся по-разному. Морковь готова. Свеклу также накалываю. Также присыпаю сахаром, немного масла растительного, заворачиваю. Картошку просто чуть-чуть поливаю маслом и заворачиваю. Сахар сюда не кладу. Отправляю в духовку запекаться. Запекаю овощи при 180 градусах. Через 30 минут я вынимаю морковь. Она уже готова. Оставляю в фольге. Свекла и картошка еще остаются там на полчаса. Вынимаю картошку и свеклу из духовки. Даю остыть всем овощам. Беру красную луковицу, мелко нарезаю. Нарезала лук, складываю в емкость. Заливаю лук рисовым уксусом. 4%, 4-15% уксусной кислоты. Наливаю в лук 2 столовые ложки. Почему я использую рисовый? Он более нежный. Можно обычный использовать, просто уменьшить в два раза. Он 9%, просто один к одному разбавить водой кипяченой. Оставляю лук промариноваться. Нарезаю семгу кусочками. Когда мои овощи остынут, я их почищу и нарежу тоже кубиками. Также чищу морковь и свеклу. Этими кубиками нарезаю морковь, картошку. Резала морковку и картошку. Мой лук промариновался. К луку добавляю рыбу, нарезанную кусочками, перемешиваю. Нарезаю свеклу. Нарезала свеклу, рыба стала мариноваться. Вот она становится более светлого цвета. Теперь сюда кидаю свеклу. Свекла тоже возьмет остаток уксуса, который остался у меня от лука и не вошел в рыбу. Свекла очень любит уксус. Будет вкусно. Отправляю оставшуюся морковь и картошку. Отправляю майонезом. Готова моя шуба. Семга в шубе. Мне кажется, что так вкус более сбалансированный. Все вместе попадает в рот. И не слоями. Вот это отдельно свекла, отдельно морковка,
Мне не очень нравится, когда попадает морковка. Я не люблю морковку. И когда вот этот слой морковки, мне не нравится. А когда вот так все перемешано, как в винегрете, мне кажется, так вкуснее. Вот шубу сделала. И доска теперь у меня будет в красном и в оранжевом цвете. Беру опять свои таблеточки. У меня прям вот я растворила таблетку финиша. И у меня стоит на кухне. Свекла, как будто просто происходит какая-то реакция. Она сворачивается, краска с свеклой. 5 минут простоит, смою, и не будет совершенно цветной доски. Жарю черный хлебушек на гриле. И можно есть. Ленивая семга в шубе. Готова. Нежная. Сбалансированный вкус. Вкусно. Если салатик этот еще присыпать рукколой, вот этот такой специфический вкус рукколы. Руккола очень вкусно сочетается с этим салатом. И украшает, и добавляет вкус. Всем пока! До новых видео!